Добрый день, дорогие наши зрители. Рубаш, сиди нормально. У нас сегодня вроде бы 23-й день, то ли 24-й нашего отпуска. Рубаш, помахай рукой всем. Помаши, вернее. Рукой всем скажи привет. Привет! У нас уже не совсем утро, я сегодня очень поздно встала. Shame on me, как говорится. Не удивляйтесь, что я сижу в очках, у меня нету ободка, надо волосы чем-то придержать. И вот утро у нас началось с занятий. Сейчас утром я проверяла комментарии к своему вчерашнему видео, и если честно, я не знаю к тому времени, как вы это будете смотреть, ситуация исправится или нет, но мое видео было загружено, как и всегда, в HD формате, и все нормально. Но больше 240 пикселей оно не показывает. Картинка весьма дурная, с квадратиками бегающими. А что дурная картина? Некачественная. Вот, поэтому я не знаю, чего творится. Может быть, в течение дня настройки поменяются изнутри. Ну, хорошая картина. Потому что у меня в конце снят был очень красивый закат, такой драматичный. С тучами и все такое прочее. И, конечно, хотелось бы, чтобы зрители видели это все дело качественным. Так что я надеюсь, что к тому времени, как вы сейчас это смотрите, все исправилось. Но в любом случае, если нет, извините, это уже не моя вина. Молодец, дальше. Ура! Егрёрт, ура! Да, кстати сказать, Рубош, что ты лежа раскрашиваешь? Ну-ка сядь прямо. Не-не, ногу опустите, пожалуйста. Ага, и раскрашивайте, давайте, ровненько, аккуратненько. Кстати, Офелия, если ты меня смотришь, мне кажется, ты точно меня смотришь, не обижайся, что я твой вопрос оставила неотвеченным. Я собиралась ответить на этот вопрос, просто руки не доходи. Вопрос, кстати, это не единственный такой вопрос, таких много поступает. О ребенке и двуязычии. Кстати, у меня есть уже в прошлом году, кстати, самое интересное, после приезда из Тигре отсюда, я загрузила это видео. Я могу оставить ссылку на это видео в описании к моему сегодняшнему влогу. По-моему, видео называется «Ребенок и двуязычная среда». Ага. Вот спрашивают, как мы вообще, живя в стране, где один язык, и в семье, где другой, как мы обучаем этому всему ребенка? Ну, во-первых, ты это хочешь делать? Ну, ладно, тогда закрой это и начинай обводить. Живя в чужой стране, ни в коем случае нельзя забывать, откуда ты, кто ты. Есть на самом деле. Ни в коем случае я даже мысли допустить не хочу, чтобы мой ребенок хотя бы одну секунду думал, что он аргентинец или не знаю что. Это всего лишь черным по белому написано в бумажках, просто потому что так получилось, что он там родился. Смешно было бы называть его китайцем, если бы он родился на территории Китая. То есть ты свои корни просто обязан помнить, чтить. И тем более такая нация, как армяне, нация с богатым прошлым, богатой историей, и которая постоянно в течение всей этой истории борется за свое существование, просто мы не имеем права этого всего забывать. Единственная проблема у нас сейчас армянский язык, потому что я сама русскоязычный человек, семья наша и у Паши тоже родители русскоязычные, и, конечно же, в основном мы с ним общаемся на русском. Он понимает очень и очень многое из армянского. То есть ты с ним разговариваешь по-армянски, иногда он придуривается, делает вид, что «давай». Как сейчас, например. Как сейчас, например. Давай, пиши букву «Т». Что он нас не понимает, на самом деле идеально понимает, просто... Это проблема распространенная, он просто не хочет открыть рот и говорить. Но, например, перед сном, когда я ему говорю «бари гишель», то есть «спокойной ночи», он не отвечает. Бывают какие-то слова, он тоже мне отвечает
На самом деле, я вообще, если честно, не боюсь того, что он вдруг не заговорит на армянском, потому что я сама по-армянски в своей семье говорила исключительно со своей прабабушкой, и то из-под палки. У нас в семье... Какой бабушки? Ты ее не видел. Прабабушки. Ее уже нету с нами. Она идеально говорила и на русском, но у нее был потрясающий, как ручеек, льющийся литературный армянский. Она говорила абсолютно книжным классическим языком. Все остальные у нас дома общались на русском. И вот моя прабабушка, для того, чтобы прабабушка. Я как-то научилась говорить, она всегда Скажи, говорила, ну, на армянском обращалась, нет. говорила, нет. деточка, нет. я тебя не понимаю. Вот, ну, не понимаю я все, что ты говоришь. Рубош, ты сидишь рядом со мной и делаешь уроки. Давай, не начинай. Вот. И поэтому, когда я только пошла в школу в первый класс, я помню, что мне было очень и очень сложно. Но потом, ну, уже и с детьми общаясь, хочешь, не хочешь, переходишь и на армянский. Так что у детей очень гибкая память. И я не знаю случаев, чтобы дети попадали в двуязычную среду и как-то не хватали тут же от своих сверстников новый для них язык. В этом году, когда мы поедем в Ереван, это пока что только планы, мысли, но я хочу Рубошку отдать, ну, летом, конечно, все детские сады так или иначе закрываются, но у нас есть много каких-то частных колледжей, каких-то кружков. Я вот хочу его отдать в какой-нибудь такой кружок, чтобы, ну вот хотя бы кружок по творчеству детскому, там с ними будут и заниматься. Я знаю, один кружок есть в центре города, недалеко от нашего дома, там преподают, значит, и театральное искусство, то есть с детьми занимаются и риторикой, и учат их и стихам, и какие-то сценки разыгрывать на армянском, плюс там с ними занимаются рисованием, лепкой, даже, по-моему, витражи делают. Да, и витражи. Да, и витражи. Дети, по-моему, там с 3 лет идут туда. Так что вот в планах у меня пока что вот так сделать. Ты издеваешься надо мной? Сань, я Фама? Или Фафа? Дурачили, простофили. И как слабезубый тигр. Слабезубый тигр. Не слабезубый, а саблезубый. То есть зубы как сабли. Поэтому говорят саблезубый. Ноги оставь в покое. Ребята, всем привет. Я сегодня бессовестным образом забросила свой влог. И сейчас исправляю ошибку. У нас уже к 7 вечера дело идет. Мы, если честно, вообще ничего сегодня не делали. Ни бассейна, ни прогулок. Я даже не знаю, что мы делали. Немножко с Рубошкой позанимались. Немножко я ему почитала. Он поиграл в игры на телефоне. Мы там что-то посмотрели. Ничего особенного. Вон Паша пораньше пришел с работы. И захотел свою любимую жареную картошку. Так что я... Паш, тебе такой размер хватит для картошки? Паш, тебе такой размер хватит? А сказал, хватит для тебя такой. Да, да, папа сказал, что ему хватит. Значит, я тут себе выписала вопросы, которые вы мне задали, и хочу немножко на них поотвечать. Одна девушка мне ответила, задала сразу несколько вопросов. Значит, не мечтала ли я когда-либо перекраситься в блондинку? Никогда. Потому что опыт показал, что девушки кавказской национальности, перекрашенные в блондинок, я не знаю, за каким редчайшим исключением, выглядят просто либо страшно, либо катастрофически вульгарно. При моей яркой такой темной внешности
блонд, это было бы что-то страшное. И вообще, если честно, вот что касается цвета моих волос, никогда у меня не было желания как-то поменять цвет, даже в коричневой колористике что-либо изменить. Я всегда была жгучей брюнеткой, и когда посидела, то я начала краситься в свой естественный цвет. Вот. Следующий вопрос звучал, была ли я отличницей в школе и в институте, или как? Я никогда отличницей ни в школе, ни в институте не была, потому что... Рубаш, можешь не орать? Потому что были предметы, по которым я была абсолютным нулем. Это была математика, алгебра, геометрия, химия, полный ноль. Физика была между тройкой и четверкой, ну, с большим уклоном в сторону четверки. Вот. Поэтому, ну, в институте тоже были предметы, по которым я просто вот на ура сдала экзамены, там, зачеты, и это все забылось и ушло. Поэтому нет, отличницей я была только по предметам, которые касались непосредственно моей специальности. Так, дальше. Очень интересный вопрос. Какую жену я представляю для своего сына? Какую бы я хотела? Ну, конечно, каждая мать, там, не знаю, напридумывает себе образ жены, но у меня, если честно, такого конкретного образа в мозгах не было никогда. Единственное, что я хочу, чтобы эта девочка была из такой же семьи, из которая похожа на нашу семью. Я имею в виду, чтобы эта семья была интеллигентная, образованные, чтобы люди были, чтобы дети друг друга понимали. Я бы очень хотела, чтобы моя невестка была такая деятельная, активная, потому что все-таки семья держится на плечах женщины, дом, очаг, уют. И если будет такая расквашенная мямля, прям вся такая из себя, ничего интересного из этого не получится. Но хотя, если моего сына это будет устраивать, если у нее будут другие человеческие качества какие-то хорошие, ну, пусть будет мямлей. Но вот хотелось бы, конечно, чтобы была поактивнее, чтобы была творческим человеком в какой-то мере, чтобы у нее интересные идеи были. Ну и самое главное, пожалуй, чтобы она любила моего сына, потому что даже при самом хорошем раскладе и всех хороших качествах, если она не будет моего сына любить, конечно, это будет не то. Но я вообще не хочу это все загадывать, заглядывать вперед. Как говорится, как карта ляжет, как судьба захочет, так и случится. Вот. А, следующий вопрос. Хотела бы я роскошной дворцовой жизни, ну, в иносказательном, да, плане дворцовой, чтобы у меня был обслуживающий персонал и т.д. и т.п. Если честно, вообще бы не хотела. Я, например, всегда с достаточно такой долей жалости смотрю на богатых людей, по-настоящему богатых, которые вынуждены жить вместе с прислугой, то есть постоянно, каждый день, хочешь того или нет, у тебя перед носом снуют абсолютно чужие тебе люди. Может быть, если ты в этой среде такой родился, это для тебя нормально уже абсолютно, но я бы, например, я бы даже замуж так не вышла, если бы у меня был такой выбор. Бывают случаи, когда приходится прибегать к помощи уборщиц всяких, потому что особенно сезонная уборка, и тебе неохота, и все, и пачкаться не хочется. Ну вот я предпочитаю кого-то позвать, хотя перед Новым годом я сама уборку сделала. Вот в таких случаях почему бы и нет? Можно, но вот чтобы целый день у меня тут что-то кто-то драил, готовил для меня, никогда в жизни.
как я ссорюсь с Рубошкой, если он что-то не то сделает, насколько долго мы с ним не разговариваем. Ну, на самом деле, поссориться и не разговаривать с маленьким ребенком, это просто абсурдно и смешно. Чего уж на него там обижаться долго? Если он сделал, совершил какой-то серьезный проступок, ну, может быть, я минут 10 буду его игнорировать. Но потом, конечно, все-таки помиримся. Постепенно я его хочу, не то что хочу, постепенно я его приучаю к тому, что надо уметь просить прощения. И иногда он говорит «прости». Даже не «извини», а «прости». Вот. Что еще? Ну, да, на самом деле с маленькими детьми выяснять отношения немного абсурдно. Что у нас там еще? Да, как часто я его наказываю и какой метод кнута или пряника мне больше по душе. Ну, вы знаете, ситуации разные бывают. Вообще, конечно, хорошо, чтобы ребенок знал, что мама может быть и очень строгой, и очень ласковой. Конечно, бывают случаи, когда без кнута не обойдешься. Ну, кнута как? Не в смысле поколотить своего ребенка, а поступить с ним жестко, строго. Но это должны быть какие-то такие отдельные единичные случаи, когда уж совсем он тебя до ручки довел, ну, стоит проявить какую-то такую экстремальную строгость. Но без поколачиваний всяких, без применения физической силы, одним словом. Ну, это все должно быть дозировано. Если вы будете только пряниками воспитывать своих детей, они у вас вырастут избалованными балбесами. Вот. И, да, был вопрос по поводу... Сейчас я камеру переверну, извиняюсь. Был вопрос по поводу неравного брака в плане возраста. Мне задавался этот вопрос в качестве запроса, вернее, звучал еще года полтора назад, наверное. У меня еще короткие волосы были вот до сюда, где-то полтора года назад. Я снимала видео, которое называется... «Любви все ли возрасты покорны?» Но там была другая ситуация. Там молодая девушка была в отношениях с очень взрослым мужчиной. Вы знаете, немножко отличается ситуация, когда молодая девушка связывается со взрослым мужчиной, и когда взрослая женщина связывается с молодым парнем. Тут качественно ситуации отличаются. Женщина, которая отправила мне этот запрос-вопрос сейчас, она написала, что она на 9 лет старше своего, вот только не поняла, мужа или избранника. Вот, по-моему, мужа. И попросила сказать, что я думаю на этот счет. Но вы знаете, что можно думать на этот счет? Если люди живут в понимании, в гармонии, если их это устраивает. И потом, знаете, женщина женщине рознь. Я, например, знаю многих из своих студенток и своих сокурсниц, сверстниц своих, которые мне в бабушке годятся, как внешне, так и по своему внутреннему миру. Я рядом с ними, как детсадовский ребенок. А есть взрослые люди, которые в душе настолько молоды, что ты вообще... абсолютно на равных с ними. Вот, например, когда я во вчерашнем влоге привела пример вот этой своей бабулечки-гадалки, моей большой-большой подруги, в свои 82, по-моему, то ли 81, уже не помню, года, она обладает душой юной девушки. И поэтому любые проблемы, с которыми я к ней всегда обращаюсь, они... Во-первых, близкие по духу, во-вторых, никогда не порицаются с ее стороны. То есть она всегда с пониманием относится ко всему, что бы я ей не рассказала. И поэтому вот она располагает к общению. Поэтому я считаю, что это очень индивидуальный момент. Единственное, что, как по мне,
Я бы, например, даже если бы очень любила, я бы не связалась с парнем, который тем более на 9 лет младше меня, потому что, ну, существует такой момент, как возраст с чисто внешней точки зрения. То есть ты должна будешь в какой-то момент из кожи вон лезть, чтобы выглядеть моложе, чтобы не потерять свою свежесть какую-то, живя рядом с молодым мужчиной. Вот этот единственный момент, по мне, который будет напрягать. Например, меня, если честно, достали все эти разговоры про Пугачёву и Галкина и рекламу в интернете, всплывающие постоянно с их лицами. Действительно достали. Ну, хоть для пиара, хоть для чего они там это сделали, это их личное дело. Но, конечно, глядя на эту пару, я лично каждый раз испытываю просто внутренний какой-то ужас, потому что это действительно союз красавицы, красавца и чудовища. Ну, я не могу сказать, что Максим Галкин красавец, но он достаточно интересный мужчина. И, естественно, рядом с ним представляла я совершенно другую девушку, женщину. Но, вы знаете, есть мужчины, которые стремятся к общению со зрелыми женщинами, потому что у этих женщин иной взгляд на мир. Они более спокойные, остепененные, они интеллектуально более развитые, чем, к примеру, его сверстницы, у которых другие потребности от жизни, другие интересы. И да, конечно, такой мужчина не посмотрит на возраст, если женщина ему будет интересна. Потому что бывает очень часто, что мужчину заводит не столько женское тело и сексуальность, сколько и женский интеллект. А Пугачёва, уж извините, если кто смотрит из ее фанатов и поклонников, я ее вообще не перевариваю. Ну, не нравится она мне. Вернее, как персонаж. У нее есть очень хорошие песни. Она в свое время была отличной певицей. Но она просто истоптала и вогнала, вот втоптала в грязь весь тот образ, который был ею создан на протяжении всей ее жизни. Я не знаю, она настолько износила до состояния паутины свое имя, я думаю, это не очень достойно с ее стороны было. Ну, хотя, опять-таки, это ее проблема. Вот. И она вообще, вот если так посмотреть, она тетка с жутким, сильным таким чувством юмора. Она очень остроумная, забавная и смешная. Вот, несмотря ни на что. И я думаю, что Галкин с его чувством юмора и интеллектом как раз-таки и привлекла мне вот эту вот ее черта. Вот. И я, наверное, прервусь на этом. Ребята, у меня радостная новость. Я сижу тут, монтирую, отвечаю на комментарии. У нас уже ночь за окном. И что же я вижу? О, боже мой! Вот сейчас я приближу, и вы тоже увидите вот эту циферку вместе со мной. Наконец-то я дожила до юбилея. Нас уже 30 тысяч человек. И это супер круто, как здорово. Большое всем вам спасибо за то, что подписываетесь. Здорово, что находите меня на этих бесконечных, бескрайних просторах Ютьюба. Очень-очень вам благодарна и рада. Буду стараться максимально не подвести вас и делать свой канал еще более развлекательным. Вот, на этом все. Сегодняшний влог официально объявляю законченным. И вот в обнимку с компьютером говорю всем пока, до завтра.
Ага, так. Ну что, я видна? А, стоп! Эсми Анджи, а ты говоришь? Угу. Вот так. Анучек, лицо? Угу.